флейты. На самом деле у нас их огромное количество. Здесь почему-то оказалось две. Все остальные в другом месте, наверное, на другой нашей студии. Но, тем не менее, это основные наши флейты, поэтому они всегда рядом, ближе к телу. Значит, про эту я расскажу отдельно, а эта флейта, многие интересуются, на которой играет Яна. Вот мы у нее и спросим, что это такое. Эта флейта называется Баву. Она родом из Китая. В общем, я ее купила на таком китайском рынке, где очень много разных инструментов было со всего мира. И она мне очень понравилась тем, что она очень простая в исполнении. У нее вот такое строение, вот здесь вот такой язычок, который, мне кажется, используется в аккордеонах. Да, поэтому она называется язычковая флейта. И на ней может играть даже ребенок, у нее никаких вообще сложностей и хитростей нет. Просто дуешь и все, и пальцами двигаешь, и звучит это вот так. Конечно, мы используем сейчас дилей для украшения звука. Да, я хочу еще сказать немножко. Дело в том, что мы изначально, конечно, присматривались к дудуку, потому что дудук очень красивый инструмент, он максимально близок к человеческому голосу и своей вариабельностью и всем прочим, национальный армянский инструмент. Но вы, наверное, видели знаменитых исполнителей на дудуке с такими раздутыми щеками, это реально на нем сложно играть. И мне казалось всегда, что ближе к дудуку по звуку нет инструментов. Но баву или бау, как по-разному называют эту флейту, она очень близка тоже по тембру к дудуку, к человеческому голосу и достигается другим путем. Она, как вот Яна сказала, довольно проста в использовании, а вот давление воздуха, которое у дудукистов щеки поддерживают, да, они раздуваются, как на волынке, вот меха эти, то здесь это делает за исполнителя вот этот мундштук, в который нагнетается воздух. Если играть на флейте, резко убрать ее от себя, она еще какое-то время, секунду, но будет звучать, потому что здесь скапливается то самое необходимое для звукоизвлечения давление голоса. На мой взгляд, это уникальный совершенно инструмент, просто не имеющий аналогов. Я Слава, и это электровиолончель. У электровиолончели куча плюсов. Главный плюс, что я просто воткнул в нее джек, никаких микрофонов, никаких стоек, ничего не надо. Во-вторых, ничего не заводится, не заводятся примочки. Можно включить любой дисторшн, любой овердрайв, любые дилеи, все что угодно, все в линию, и все шикарно звучит. Ее удобно возить с собой в тур. Она занимает в 3 раза меньше места, чем классическая виолончель. Все же видели, виолончелист идет, у него такой огромный гроб тащит с собой. А это как выглядит, как, ну, как небольшая винтовка. Что очень удобно. Ну, такой типичный тур. Едешь, вообще небольшая винтовка. Вообще, багаж давать вообще, по идее, нельзя, потому что если дашь виолончели багаж, ее там могут кинуть, уронить, там все что угодно, достанешь, откроешь чехол, там будет просто труха. Вот. Поэтому виолончелисты всегда берут свои инструменты в салон самолета. Но, если у тебя обычная классическая виолончель, то надо платить полную стоимость полного билета. Обычного, как сказать, человека. Поэтому мы говорим гитара, и у работников аэропорта не возникает вопросов. Что это? Гитара и гитара. Ну, это басуха там. Почему не басуха? Басуха. Все, вопросов нет. Берем с собой в самолет, летим. А, расстроенная, блин. В общем, коротко, все знают, что это такая гавайская гитарка. И очень классно, 4 струны. И на самом деле, при определенном использовании, вот мы ее в саундтреках использовали, можно на ней играть совершенно не так, как привыкли слышать укулеле, а она будет звучать больше как средневековый инструмент. И это очень универсальный, на мой взгляд, инструмент, и который, если ты слушаешь это в музыке, как слушатель, тебе сразу ясно, это не гитара. Это не гитара, это что-то струнное, но это не гитара. Любимый нами инструмент – это дульцимер. Горный дульцимер, так называемый, то, что есть дульцимер, еще класс инструментов типа цимбал. Дульцимер изначально кантри-инструмент, но мы его используем со смычком.
Традиционно его вот так и держат на коленях, могут с какой-то типа слайдов делать, но я его часто даже могу вот так брать. Когда изображаем некие средневековые инструменты, которым он не является. У него две спаренных струны, и в принципе всего у него четыре струны, но строй здесь просто квинта. А это, да, спасибо. Это русские гусли, традиционные. У нас на гуслях многие играют, это наша замечательная бэк-вокалистка Катя Долматова, ну и, конечно, главный гусляр Петербурга Оля Глазова, которая тоже довольно часто в концертах принимает участие, играет на гуслях, у нее большие гусли концертные, ну а это такой сувенир больше, но мы его иногда используем для саунд каких-то элементов, сейчас они расстроены, я на них даже смычком играл, чтобы добиться какого-то тоже странного звучания. Дальше мои гитары, многие удивляются, это бескорпусные гитары, на самом деле акустические, хотя в них, естественно, включается джек и так далее, но у них принцип снятия звука, как с акустической гитары. Тут пьезодатчик, который снимает колебания корпуса. Это очень удобный инструмент, потому что для перевоза его в ручной какой-то клади, где-то в самолетах, что-то, можно всегда его разобрать, и он будет очень компактным. Компактный вид, универсальность, потому что включенная через процессор, она может очень звучать разнопланово. Я использую ее с дисторшеном, как электрогитару. Один минус. Она, в отличие от настоящей электрогитары, будет заводиться, потому что ввиду того, что здесь пьезодатчик, образуется обратная связь и могут быть свисты. Поэтому, конечно, она не очень предназначена для разных жестких перегрузок, но какие-то дилейчики, легкие овердрайвы. И ей пара, такой же инструмент, тоже Yamaha Silent, только с нейлоновыми струнами. Ну, вы сами знаете, чем отличается нейлон от металлических струн. У нее более широкий гриф, да, для классической игры на классической гитаре акустической. Вот. Ну, я их меняю, потому что, допустим, та партия арпеджио в, допустим, песне «Ветви» звучит только на нейлоне. Если начать играть на металле, получается очень неприятный скрижащий звук. Единственный минус Yamaha, вот если бы кто-то услышал меня из производителей, ненадежно крепятся вот эти дуги. То есть иногда в процессе концерта, если особенно ты активный пользователь гитары, она может отваливаться. И это неудобно, все время нужно эти винты подкручивать, чтобы дуга не отвалилась. Это вот какая-то недоработка от фирмы Yamaha. Я пользуюсь Line 6 процессором под X3 Live, который называется. Почему там цифра 3 в названии? Потому что он может обрабатывать 3 сигнала. Там, допустим, голос, гитару, там и бас-гитару или что-то еще. Тут огромное количество входов-выходов, то есть можно его в разрыв как включать как процессор. Что еще? Он включается в компьютер по USB и может служить VST-плагином для любых дорожек, записанных внутри компьютера, и даже быть саунд-картой. И мне он заменил многочисленные комбики, которые всегда приходилось раньше заказывать. Я знаю, что фанаты аналогового звука скажут, ну как можно заменить комбик вот этой цифровой приблудой, но тем не менее, оно звучит и для наших целей, для нашей не совсем гитарной музыки, этого вполне достаточно компактный, универсальный, мультифункциональный прибор. Ногой нужно нажимать, и тут включается, и вау-вау, не получилось у меня вау-вау сделать, ну в общем, поверьте мне на слово. Line 6. Классный мой основной процессор. Спасибо. Это вот электробаглама, то есть турецкий национальный инструмент. Но она очень необычная, потому что она электрическая, как электрогитара. И со звукоснимателями, видите, с огромным количеством переключений тембров. Очень классный инструмент, красивый, необычный. Но, как видите, запыленный. Мы его использовали последний раз на наших концертах, когда мы презентовали More Utopia. И вот с тех пор инструмент пылится, но, надеюсь, мы его еще задействуем. Значит, цимбалы
классический народный белорусский инструмент, который мы очень любим. Они полнокорпусные, корпус служит резонатором, и, естественно, этот резонатор ловит все, что на сцене, и любая позвучка становится настоящей историей. Поэтому здесь специальные стоят микрофоны, в деке встроены пьезодатчики, которые снимают вибрации корпуса, но снимают вибрации корпуса максимально близко к струнам, чтобы они снимали звук, но не снимали ничего лишнего. Потому что если снимается это каким-то общим микрофоном, типа оверхедным, то в случае плотного саунда на сцене, какой у нас и присутствует, этот микрофон всасывает в себя весь звук, помимо цимбал. И это большая сложность. Это такой довольно тонкий инструмент. Балафон. Да, это классический африканский инструмент. Маримба, балафон так называемый, который мы настроили, сами подпиливали все вот эти палочки. Тут звук меняется в зависимости от длины самой деревянной пластины и от того, какой здесь выпил сделан вот в этом месте. Вот сейчас я поставлю на стоечку. Сюда. Вот. Это если коротко о наших мелодических инструментах. Если что-то мы недорассказали, потому что много всего, спрашивайте в комментариях. Спасибо вам. Пока.